Партийный проект «Единая Россия. Интеллектуал за Урале» реализуется в Курганской области уже 5 лет. Дети, прошедшие обучение шахматам по программе Игоря Георгиевича Сухина, к 10 годам достигают уровня развития студента, окончившего сложнейший технический вуз Бауманка. Вот такие у нас есть данные. То есть это невероятный эффект получается от обучения по этой методике ребенка. И мы через осуществление этого проекта стремимся воспитать умных, развитых детей, которым предстоит в будущем развивать экономику нашей Курганской области. В планах Главного управления образования региона ввести обучение шахматной игре в школьный курс математики или информатики. Пока же эту науку постигают 90% школьников в рамках классных уроков. И интеллектуальная игра, она развивает мышление, она делает ребят, учит к жизни, потому что в жизни это как игра в шахматы, приходится решать те или другие проблемы. Финал школьной шахматной лиги прошел накануне в Курганской гимназии номер 47 и объединил 29 команд. Каждая состояла из 3 учащихся одной школы – юноша и девушка среднего и старшего звена и обязательно один ученик младших классов. Виктор Кокоткин из села Чистоозерье с успехом завершил первый тур. Пока отдыхал перед вторым, рассказал нашей съемочной группе, что шахматами занимается уже 3 года. Считает, что это очень интересная игра. Есть в его копилке уже и некоторые победы. 2 раза занял 3-е место в Чистоозерье на шахматных турнирах. И вот сейчас. Турнир 2013 года носит имя международного мастера по шахматам, 15-кратного чемпиона Курганской области Алексея Пугачева. На протяжении всей своей жизни он работал тренером в детской спортивной школе. И многие ученики, которые добились шахматных успехов в нашей области, они являются его учениками. Депутат областной думы Александр Сапожников подчеркнул, что такой вид спорта, как шахматы, необходим для развития подрастающего поколения. Когда эти молодые люди встречаются за шахматной доской, логически учатся мыслить, посещают школы шахматные различные, встречаются дома, играют. Игра очень вовлекает, затягивает, поэтому все здорово. По итогам соревнований победителями областной шахматной лиги 2015 года стала команда гимназии номер 47. В рамках партийного проекта в мае пройдет шахматный турнир учителей младших классов, а в июне – 2-й областной шахматный форум, посвященный итогам реализации проекта за 5 лет и новому этапу развития интеллектуала за Урале. Марина Богатырева, Илья Урванцев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».